Доброе утро. Мошенники разработали новый способ кражи денег со счетов россиян. Теперь они не звонят людям, а подстерегают их в аэропортах и заключают кредиты под видом представителей банков. Первой жертвой стала сотрудница одного из московских банков. С ее слов, она встретила преступников в Домодедово, приехала за несколько часов до рейса, прошла регистрацию и отправилась в зал ожидания. Там к ней подошел молодой человек с бейджиком и предложил оформить кредитную карту. Сначала женщина отказывалась, но потом проявила жалость и согласилась. Через пару минут мошенник заявил, что ей отказано. А чуть позже женщина увидела сообщение, что кредитку все-таки одобрили. Москвичка позвонила в банк и узнала, что ее обманули и пытались украсть 150 тысяч рублей. К счастью, преступник на тот момент смог вывести только 15 тысяч. Сезон отпусков впереди. Будьте бдительны, пожалуйста. Не заключайте сделок при сомнительных условиях. Лучше обращайтесь в проверенные организации.